больше всего не нравится, то, что выделяют, допустим, на какой-то проект определенную сумму денег, тратят реально на проект 10-15, ну 20%, а все остальное уходит где-то в другое место. Ну, хороший яркий пример, он Тираспольская площадь, которая сейчас делается, да? Ну, если посмотреть сметы или да что угодно, то там далеко не те деньги, которые должны были бы вложены. Да, нужны, конечно, ремонтные работы. Тем более, это недавно случилось это обрушение на Екатерининской. Слава Богу, что никто не пострадал. Давайте отойдем, потому что там опасно стоять. А, фасады. Я бы покрасил бы все фасады, вот когда привел бы в порядок. У нас Одесса не всегда отличалась поддержкой. Я не знаю, там пляжи у нас всегда в одном состоянии и так далее. В основном это парки. Мне кажется, это парки, мне кажется, это здания в центре города, которые половина в начатом состоянии для реставрации, половина просто закрыты, половина уже разваливаются. Дороги ремонтировать, тротуары ремонтировать. Во-первых, есть очень много красивых домов, просто обычных домов. Даже я не говорю про колоннаду, про Воронцовский дворец, но просто старые дома на улицах. Конечно, их нужно приводить в порядок. Вообще практически не приспособлен, это первое. Второе, могу пример, даже вот я несколько дней назад был в Харькове, могу отметить такую штуку, что даже за городом в Харькове есть специальная велодорожка, то есть размеченная с, ну, со знаками и тому подобное. Я был на самом деле очень удивлен. Внутриквартальные дороги, вот это очень важно. И вообще безобразие, все, что происходит, безобразие, очень сердце болит за Одессу.